Главное политическое событие сегодня в Женеве. Там должны начаться долгожданные межсирийские переговоры при посредничестве ООН. Представители официального Дамаска и оппозиции Арабской Республики попытаются найти мирный выход из кровавого конфликта, который почти за 5 лет унес жизни более 250 тысяч человек и еще миллионы заставил бежать из страны. Предстоит решить вопросы о создании переходного правительства, новой конституции и проведении выборов. До сих пор не объявлено, кто в итоге войдет в состав делегации сирийской оппозиции. Формирование списков шло с трудом. Так или иначе, на первом этапе диалог будет непрямым, то есть стороны не сядут за один стол, как представляли многие. Спецпосланник ООН Стефан де Мистура собирается поочередно встречаться с участниками, осуществляя так называемую челночную дипломатию. По его расчетам, это должно принести больший эффект. Затем, через 2-3 недели, переговорщикам дадут время для консультаций со своими сторонниками. В целом, весь процесс, как ожидается, займет примерно полгода.